Бухгалтер информационного агентства «УРАРУ» задержана. Сегодня Октябрьский суд должен был вынести решение о мере пресечения, но, как известно, к этой минуте решение не вынесено. Наталью Попову задержали накануне после обысков в ее квартире для проверки на причастность к мошенничеству в особо крупном размере. Главное следственное управление областного главка возбудило дело по факту хищения со счета информагентства более 10 миллионов рублей. Однако в самом УРАРУ заявляют, что деньги у них не пропадали. В офисе адвоката портала сегодня вновь начались обыски. Накануне, как сообщают в полиции, у него изъяли около 30 печатей разных фирм. Также накануне прошли обыски в офисе агентства и в квартирах у ведущих сотрудников издания и членов их семей.